Это 32-я школа на футбольном поле от мала до велика. Это и пенсионеры, пропагандирующие здоровый образ жизни, члены клуба «Багульник», играющие в гольф, а также юные спортсмены-тэквондисты. Зарядку с ними проводит подполковник ГИБДД. Цель данного мероприятия – это привитие здорового образа жизни, а также доверие граждан к органам внутренних дел. Отметим, что зарядка проводится уже не первый год и приурочена ко дню физкультурника. Мероприятие проходит и в районах республики. Полицейские посещают социальные центры, школы и детские лагеря. Порой зарядка со стражем порядка не ограничивается только упражнениями, а сотрудники устраивают для детей различные соревнования, такие как мини-футбол и многое другое. Очень хорошее впечатление. Зарядкой заниматься нужно. Вот мы помимо гольфа играем в волейбол и тоже те же самые упражнения делаем на физминутке. И сегодня нам было очень приятно с органами, значит, правоохранительными органами вместе сотрудничать. Добавим, что ежегодная всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка» направлена на пропаганду здорового образа жизни и воспитание подрастающего поколения на лучших примерах российских спортсменов-полицейских. Проект был создан по инициативе МВД Российской Федерации и проводится с 2015 года. Дмитрий Гамбоев, новости дня.